Всем здравствуйте! Заслуженный тренер России Арина Моисеевна Тарасова скоропостижно ушла сегодня из жизни. Как сообщили ученики Арины Моисеевны, она переболела воспалением легких, потом начались проблемы с сердцем. Пришла с прогулки домой и упала. Она была полна сил и планов, всех заряжала своей энергией. Была мудрой, доброй и настоящим профессионалом. Воспитанники тренера не могут поверить в случившееся. Арина Тарасова внесла неоценимый вклад в развитие Волгоградской школы спортивной акробатики, являлась тренером сборной России, среди ее учеников – мастера спорта международного класса, чемпионы самых престижных турниров, артисты знаменитого цирка «Дю Солей». А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!